Представляем вашему вниманию прогулочную коляску комби Urban Walker, предназначенную для детей от 1 месяца до 3 лет, весом до 15 кг. Простое и компактное складывание одной рукой, буквально за пару движений. В сложном состоянии коляска не занимает много места. Небольшой вес, всего 6,6 кг. Перекидная ручка, дышащие материалы, большой капюшон и регулируемая спинка. Все, что нужно для комфортной прогулки. Положение водонепроницаемого капюшона можно отрегулировать при помощи боковых фиксаторов. Сверху, под клапаном, имеется смотровое окошко с сетчатой вставкой. Капюшон можно расширить, расстегнув застежку сверху. Его можно разложить до бампера, и таким образом он обеспечивает максимальную защиту от осадков и яркого солнца. На задней стороне капюшона под клапаном на молниях имеется вентилируемая вставка. Клапан можно зафиксировать при помощи ремешков с застежками. Накидка на ножки уже входит в комплект. Она легко крепится к прогулочному блоку при помощи кнопок. Сиденье коляски удобное и просторное. 35 см в ширину и 70 см в длину. Его обивка выполнена из дышащих материалов. Пятиточечные ремни безопасности регулируются в зависимости от роста вашего ребенка. Их просто расстегнуть при помощи кнопки посередине. Защитный бампер обтянут тканью. Он нисколько не помешает посадке малыша в коляску. Просто отведите его, нажав на кнопки сбоку. Усадите ребенка в коляску и верните бампер в прежнее положение. Сиденье имеет регулируемую подножку в виде двух выдвижных планок. Чуть ниже имеется еще одна нерегулируемая подножка для уже подросшего ребенка. Наклон спинки сиденья регулируется в нескольких положениях от 125 до 170 градусов при помощи системы ремешков сзади. Вот таким образом. Одной из отличительных особенностей и преимуществ Urban Walker является перекидная ручка. С ее помощью можно в мгновение ока поменять направление прогулочного блока. Просто потяните фиксаторы по бокам рамы и перекиньте ручку. До 10 месяцев лучше усадить малыша лицом к маме, после – лицом к окружающему миру. Коляска очень маневренна благодаря передним поворотным колесам с блокировкой. Чтобы заблокировать колесо, достаточно поднять фиксатор вверх. Если вы едете по неровной поверхности, снегу или песку, колеса лучше заблокировать. Все колеса коляски амортизированы. Внизу имеется корзина для покупок. Каждое заднее колесо оснащено отдельным тормозом. Чтобы поставить коляску на тормоз, опустите педали вниз. Чтобы снять с тормоза, поднимите вверх. Ручка имеет покрытие из мягкого нескользящего материала. Правильная форма ручки позволяет делать полный свободный шаг, не задевая коляску или заднюю ось. Комби Urban Walker складывается буквально одной рукой за пару простых движений. Объясняющая пиктограмма на ручке поможет вам в этом. Итак, сначала сдвиньте в сторону фиксатор сверху ручки, затем нажмите на рычажок снизу и сложите коляску вот таким образом. Как видите, коляска не занимает много места и устойчива в вертикальном положении. Разложить ее также несложно. Проделайте все те же действия в том же порядке. Сдвиньте фиксатор, нажмите на рычажок и разложите коляску. Готово. В комплект коляски комби Urban Walker входит москитная сетка, накидка на ножки и инструкция.